Сейчас подглянула, как работает наш маленький домашний бутафорский цех, и была просто удивлена. Вот эти вот ребята, они там что-то там пилят, строгают, режут. И это все для того, чтобы сделать одну вот эту вот маленькую куколку. Ну, не совсем, конечно, маленькую, но вот эту, которую Филин принес. Сразу видно, профессиональный театр кукол. Ну, сложно же, сложно. Так, давайте пока вот они заканчивают там эту всю свою профессионально высокую работу, точнее, высокопрофессиональную работу, я вам расскажу, как сделать простую, но при этом красивую, яркую куклу. Теневую куклу. Да, такую же, как солнышко, но только попроще. Вот наша будущая куколка. Мы берем пластик прозрачный. Материал называется ПЭТ. Он продается в строительных магазинах. Берем свою самую-самую любимую книжечку, выбираем из нее персонажа, который нам очень нравится. Ну, который мог бы стать, например, героем нашей сказки. Обводим его вот таким вот образом. Перманентным маркером можно это сделать, либо контуром краски. Видите, мы отдельно ножки вырисовываем, потому что они у нас будут двигаться. Ну, это вы все увидите. Вот, посмотрите. А теперь мы приступаем к тому, чтобы все это вырезать и подготовить для самого интересного, для расписывания. Красочки мы используем витражные, но можно также расписывать еще перманентным маркером. Вот видите, как я стараюсь рисовать. Очень стараюсь, видите, моя работа уже практически подходит к концу. Вот, немножечко уже подустала, конечно. Но ничего, творчество такое. Вот видите? Вот видите, какой получилась куколка, да? Маша тут мне немножечко помогает. Мы присоединяем ножки к телу. Можно это сделать обычным шильцем, а потом скрепить их лесочкой. И чтобы ножки наши держались, мы берем зажигалку, либо спички. Обязательно, чтобы это делали взрослые, потому что спички детям не игрушка. Вот таким вот образом скрепляем ножки с телом. И получается у нас вот такая вот цельная конструкция. Посмотрите, он как живой скачет, видите? Видите, много-то не надо ничего такого важного. Пожалуйста, вставляем шпажки, которые будут водить наши ножки. И одну основную. Можно вообще просто одну палочку всего прикрепить. И тогда наша куколка станет живая. Видите, как он танцует? Ха-ха! Здорово!
Теперь можно показывать настоящий театр. Вот, посмотрите. Вот какой у нас получился веселый лягушонок. Теперь вы знаете, как делать вот такую вот несложную куклу для домашнего театра. Поэтому делайте свои спектакли, и мы будем очень рады. А сейчас, ну, между делом, пока мы с вами делали куклу, я думаю, что наши ребята закончили, и уже можно звать Филина, чтобы преподнести ему подарок. Филин! 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 Закулиска! Ты звала меня? Ну вот, я думаю, что она позвала меня сказать, как дела идут с моим солнышком. Но, видимо, они так его и не починили. Видимо, я снова остаюсь один, и никаких мне гастролей, все эти карантины. Вот. Это же ты, мое солнышко! Здравствуй, солнышко! А пойдем-ка репетировать! Ребята, спасибо большое, что починили мое солнышко! Пойдем скорее, солнышко!